Ну что, друзья, привет! С вами я, Александр Кузнецов, и сегодня у нас распаковочка. А распаковывать мы будем сегодня кондиционер Haier, который буду устанавливать в квартире. Итак, распаковываем и смотрим, что у нас здесь есть. Соответственно, здесь показывает это верх. Распаковали. При вас скрываю, чтобы не говорили, что не в коробке был. Итак, как выглядит кондиционер, вы все знаете. Достать его сейчас будет очень сложно, наверное. Но я его достану. Вот так. Сейчас я перенесу его на стол и покажу вам, соответственно, чуть ближе. Ну что ж, вот он, родименький кондиционерчик. Завтра придут уже его устанавливать. Я сейчас, соответственно, покажу его вам, как он выглядит. Снимаем все это. Снимаю пленочку. Упакован, кстати, он очень хорошо. Защитные пленочки. И скажу сейчас, что у нас тут по модели. HSU09HTT-103R2M. В названии будет написано. Сплит-система. Что еще здесь есть? Ну, соответственно, штуцера. Пульт управления, две батареечки идет. Книжечка для того, чтобы, как говорится, инструкция. И все написание. Ну и еще, ребят, здесь вторая коробочка. Ну, сплит-система не может быть одна. Вторая система стоит. Мы также открываем, потому что нам все равно нужно вот завтра ее скрывать. Она вскрывается не так. Она вскрывается вот так. Вот, ребят, так, мы все скрыли. А здесь вторая система идет, это, соответственно, на улицу. Что у нее в комплекте? В комплекте только сама она. Ну и покажу вам сзади, как она выглядит. Вот так вот. Здесь такое интересное, красивое. Радиаторчик такой для охлаждения. Устанавливаться будет завтра. Вот такой вот интересный объект у нас появился. Ну вот, можно сказать, небольшой обзорчик, да, ну и завтра я вам, когда его установят, я уже покажу вам, как он выглядит после установочки. Включу его, проверю, как работает, как сильно не работает, не сильно работает, замерю температуру, и вы все сами увидите. Друзья, получилось так, что распаковочку я записал без звука микрофона. Не знаю, что произошло, но как есть, так есть. Завтра все покажу уже, как его установят. Возможно, запишу, как его устанавливают. Вы все увидите сами. Вот, видите, вот он. Вот она, свежесть жаркого лета.